Вы видели красивые фотографии, на которых черные дыры выглядят как круги пустоты в окружении звезд. На самом деле это не настоящее изображение с телескопов, а модели или художественный концепт. Именно фотографии черных дыр как таковых раньше не было. Это не значит, что черные дыры раньше не наблюдали. С помощью специальных телескопов фиксировали рентгеновское излучение, которое создавало падающее в черные дыры вещество, и получали не такие красивые изображения, но зато находили места, где черные дыры есть. Еще один метод – долгое время наблюдать за поведением звезд в определенном регионе и сделать вывод, что там находится еще один объект, который не видно. По косвенным признакам мы даже оценивали массы черных дыр, которые находятся в центрах нашей и других галактик. Например, с помощью очень чувствительных телескопов 15 лет следили за движением звезд вблизи центра нашей галактики. Было видно, что звезды совершают движение по эллиптическим траекториям вокруг объекта в центральной точке. И по движению этих звезд получалось, что в центре галактики есть черная дыра массой в 3 миллиона масс Солнца. Чтобы сделать этот снимок черной дыры, астрономы вели наблюдение в течение 10 дней в апреле 2017 года, а потом еще 2 года обрабатывали полученные данные. Thank you.
черная дыра в М87 очень большая. Ее масса оценивается в 6,5 миллиарда масс Солнца. Для сравнения, масса сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути оценивается в 4,3 миллиона масс Солнца. Но также она находится очень далеко от Земли, в 55 миллионах световых лет. В итоге расстояние на небе, которое занимает черная дыра, составляет всего 20 микросекунд. Чтобы понять, что это значит, представьте 50-копеечную монету, которую наблюдают с расстояния в 3,5 километра. Угол между глазом и краями монеты составит 1 угловую секунду, а угловая микросекунда в миллиард раз меньше угловой секунды. 20 микросекунд дуги – это выдающееся достижение, рекордное угловое разрешение. Угловой размер Луны или Солнца на небе составляет примерно 0,5 градуса. Образно говоря, это позволило бы читать газету в Нью-Йорке, сидя в кафе в Париже. Впервые о существовании черных дыр заговорили почти 100 лет назад. Несмотря на то, что астрономы не могли наблюдать черную дыру непосредственно, в их существовании никто не сомневался. Аналогичным образом следует из общей теории относительности, из того, как мы понимаем физику и как представляем себе устройство Вселенной. Thank you.
Ее нельзя увидеть просто так. Но зато можно увидеть вещество, которое с большой скоростью падает на черную дыру. Если черная дыра где-то в пустом пространстве одна, ее не увидеть. Но мы все-таки можем регистрировать излучение. Однако светит не сама дыра, а ее окрестности. Если поставить рядом с ней звезду или поместить черную дыру в облако газа и пыли, то за счет гравитации она начнет притягивать вещество. Оно будет падать на черную дыру. Вокруг дыры сформируется аккреционный диск, который разогреется до сотен миллионов градусов и начнет светиться. Это свечение мы и видим. Светлые участки на фотографии – вещество, которое падает на дыру, а темный участок в самом центре снимка – тень. Самое известное изображение черной дыры в поп-культуре – Гаргантюа из «Интерстеллара» Кристофера Нолана. Ее модель помогал делать Кип Торн, астроном и эксперт по черным дырам. Также известно, что во время съемок от некоторых научных деталей специально отказались, чтобы сделать картинку более зрелищной. Тем не менее, Гаргантюа похожа на то, что происходит с реальными черными дырами.
несколько направлений исследования черных дыр. Например, телескоп горизонта Солнца уже смотрел и, наверное, еще будет смотреть на черную дыру в центре нашей галактики. Но здесь есть некоторые сложности. Во-первых, N87 мы видим как бы фиксы, а на свою черную дыру смотрим на просвет через газ и пыль, потому что находимся в диске галактики. Во-вторых, вокруг самой черной дыры находится облако, которое мешает ее увидеть. В-третьих, излучение черной дыры переменное на небольших временных масштабах, что создает определенные сложности.
Вселенная и как она развивалась за 7-10 лет.